замок Сфорца, памятник расцвета Милана. 7 веков история этого замка. Времена правления династии Висконти, 14 век, служила оборонительным сооружением. Потом был восстановлен при правителе города Франческо Сфорца. Потом, позднее, уже в период правления Людовика Мора, превратился в элегантную резиденцию. Ну а при владычестве французов замок превращается в казарму. И только к концу 19 века, после объединения Италии под руководством Луки Бельтрами, была проведена реставрация замка, и после чего он был возвращен городу. Мебель 1850-1890 год. Бюро. 19 век. Кресло 1981 год. Кресло Пруста. Мы в замке Сфорца. Неприступная цитадель. Вот в фильме «Борджиа» там показано, как этот замок пытается взять приставом компания. Только коварству удалось раскрыть ворота. Такая вот цитадель. Неприступный замок, вымощенный камнем. Мы наблюдаем двор перед концом нашего музейного осмотра. Мы смотрим вот этот двор и еще раз проходим весь путь мысленно. Вот мы вошли в дом. В конце сделали по периметру большой-большой круг и возвращаемся. Посмотрели ломбардское искусство, потом искусство средневековья Италии, объединенной Италии и уже современное искусство. Здесь вот буфет, очень вкусно пахнет кофе, люди отдыхают. И идут спешным потоком наслаждаться искусством. Алина наша снимает фильм. Тут лях на каблуках. Кружевном платье.
Мы сейчас на самой высокой точке Милана, на куполе собора Дуомо. Наблюдаем движение внизу на площади у галереи Виктория Эммануила. Это замечательная галерея торговая, которая явилась прообразом нашего ГУМа московского. Именно в подражании этой галереи построен был ГУМ. Вот такой вид на город. Смотрим. Синее небо, шпили готические собора пронизывают эту синь. На шпилях статуи общественных деятелей, святых. Вот самая высокая точка – это это скульптура Богородицы, Мадонна. Вот там она виднеется в высоте, 4 метра высотой, вся из золота. Вот здесь на крыше много туристов, которые снимают лучшие свои кадры, лучшие свои фото. И мы тут с Полиной. Весь Милан перед нами. И там вдали горы, Альпы. И вот этот собор Дуомо по красоте соперничает с Альпами. Можно сказать, повторяя эти вершины в своих устремлениях к небу. Внизу суетливая толпа шумит, гудит. Великолепие такое. Архитектурное и природное.